После пищеварительной, когда мы поели, что с пищей должно произойти? Что? Да подождите, она еще не прошла куда надо. Она пришла в кишечник. Куда она дальше должна пойти? Из кишечника пища. Она должна пойти по телу вместе с кровью. Поэтому надо изучать кровеносную. Да, как только вы поели, пища впиталась, ну, в кишечнике она пошла в кровь, мы должны кровеносную изучать, потому что пища должна кровью разноситься, правильно же? Это же логично. Но крови у них нет. У них кровеносной нет, потому что у них... То, что ее нет. То, что у них жидкость паренхимы. Жидкость паренхимы выполняет роль крови. Да, как бы.